масленица в Брянске. Пусть будет гулянье веселым и вкусным, чтоб было легко, а в карманах не пусто. Душа пусть поет, и глаза пусть сияют. Я с масленицей вас в этот день всех-всех поздравляю. Видел зайку и бабушку. Это хрюшки. Это хрюшки. Зайка, вон зайка. Зайка. Деревяшечка, блиночки, с пылу с жару. На углях. Шашлычки какие, красавчики.
Нет, не долезет. Все, ослабли руки, все, поехал вниз. Посмотрим, что... Не знаю, будем смотреть сейчас, что казаки делают. Бутылку подвесили. Как вы делаете такую красоту? Из чего это вы делаете? Ёлки. Ёлки? Вот такая. 350 такая, 450 такая, 250. Птица счастья. Мы вас уже вот такую купили, а дадите такую. Птица счастья. А аисты? Аисты что делают? Детей приносят. Нет, сколько стоит такое? Вот, аисты, вот, значит, одиночки. 250, 350. А зятём 500 еще стоит. А где зятём? А где зятём? А мы знаем, мы же у вас купили только что. Целого, единого нашей Родины, нашей природы, матушки. Вот это настоящее счастье, которое наполняет вас силушкой для вашей жизни, для процветания, для здоровья ваших родов, ваших семей, ваших близких. Быть добру! Быть добру! А давайте мы призовем-то весну. Весну-то не призвали? А давайте мы, это Машенька сгорела. А весна только наступает. И словами я буду говорить. Весна пришла к вас красна. Весна, приходи весна. Все вместе. Весна, приходи весна. Приходи с радостью. Приходи с мудростью. Приходи с радостью, приходи с мудростью.
дальном высоким. Дальном высоким. Мы не сеем лед. С корнем глубоким. С корнем глубоким. Так, что-то остальные не призывают, но солнышко светит, надеется, сейчас ярче будет уже светиться. Еще раз все вместе. Весна, весна. Приходи, весна. Приходи, весна. С золотым гребнем. Золотым гребнем. С изумрудным стеблем. Изумрудным стеблем. С широкой далью. С Иваном да Марьей. С Иваном да Марьей. Дождями обильными. Дождями обильными. Да хлебом всесильным. И хлебушком всесильным. Приходи, весна. Приходи, весна. Весне нашей на Руси всегда говорили «Гой». Весне нашей «Гой». И брянщина наша рано или поздно уйдет на земли запущенные, и будут земля плодить хлебами богатыми, людьми с широким сердцем, любовью могучей. Благодарим тебя, солнышко ясное, солнце высокое, да здравствует Брянщина! Итак, у нас заканчивается мероприятие, но у нас будут здесь народные забавы, игры для детей, для взрослых. Подходите, микрофоны мы отключаем сейчас. И будем рады вас здесь видеть, на этой площадке. У нас будет славянская русская каша силы, или царь каша. Вот прямо возле там самовара. Вот видите, дымочек там идет. Так что мы вас и накормим, вот, и поиграем. Подходите, пожалуйста. Спасибо за кашку и хочу рецепт узнать. Очень вкусная. Так, держите, кто хотел. Что здесь, орехи? Да, в первую очередь надо хорошее настроение. Чтобы это кашу. Правильно. А иначе тогда все будет не так. Это точно. Орехи. Здесь... Орехи сухофрукты. Надо разговаривать. Тоже можно? Можно всем. Очень вкусно. Вот мы сейчас покушали, вот, да, вчетвером съели. С удовольствием кашку. Спасибо большое. Пахнет так и дымком, да, и он, да. Бесподобно. Спасибо большое, хозяева. Тарелочку его, да. Добрый молодцы. Всем бесплатная кашка дается. Матвей, как кашка? Вкусненько. Вот. Эту кашку дают бесплатно. Она здесь. Орехи. Что, изюм, да? Вот это изюм. Чернослив. О, мне попался чернослив. Пойду